снаряд и заключительный на сегодняшний день, поэтому ее пропустить мы не можем. Но вольный я бы тоже с удовольствием посмотрел. Но бревно, она тоже с ним хорошо дружит, да? Бревно шикарное. Сейчас как раз покажут эталонные повороты. Все, давайте, хватит ее хвалить. На одной ноге, да. Здесь я сразу сказала, очень волнуется. Видно, как она не в свою идет.